Всем привет, друзья, с вами Костя Драйвер 51 Рус. И сегодня у нас на обзорчике Spin Tyres будет два таких, даже не знаю, кто это, бульдозер, трактора, там, погрузчики. Липхер 900. Значит, будет с ковшом и с граблей вот этой, как она правильно называется, как манипулятор. Давайте начнем. Наверное, с внешнего вида посмотрим. Текстурочки, ребята, автор мода, значит, Сергей Мишин. Мод приватный. Стоимость мода будет 400 рублей. Ссылочка на автора есть в описании под видео. Пишите автору по поводу приобретения, кому интересно, да? Заинтересовал данный мод. Текстурки Сергей Бочаров. Текстурочки классные, ребят, моделька классная, все зачетно, как говорится, как обычно. Не знаю, откуда этот мод, но сама моделька, ну, сделано все классненько. Вид из салона присутствует, давайте залезем, посмотрим. Даже все офигенно читается, анимация руля присутствует, сейчас пока не завели, не видно, свой звук имеется. Ну да, все классно. Давайте заведем его сразу, послушаем. Я не знаю, сейчас тут, если будет слышно, не слышно. Так, Никита, так, спасибо за звонок. Спасибо тебе за комментарий, Никита. Так, ну давайте заведемся. Так. Свой звук. Ну, я думаю, что, наверное, не слышно. Будем надеяться, что слышно, но... возможно, что и не слышно. Так, давайте посмотрим. Немножко руля присутствует. Все это надо показать. Все, руль крутится, ребята. Все классно. Можно из салона. Видон, конечно, камера в Spin Tyres у нас, скажем, не айс. Поэтому немножко тут как-то смотрим в руки. Смотрим в руки. Да, нашему водителю. Ну все, ноги по педалям там гоняют, все отлично. Значит, полный привод подключаемый, дифференциал заблокирован. Так, стекла, смотрите, даже тут битые такие. Ну классно, классно. Текстурочки вообще обалденные. Моделька обалденная, текстура обалденная. Вчера у тебя был день рождения, 21 год. Ну все, можно уже употреблять спиртные напитки. Поздравляю с днем рождения, что могу сказать. Здоровья, счастья, главное ума и здоровья. Остальное, как говорится, все будет нормально. Так. Так что, Никиту с днем рождения. Ребята, все поздравляйте. Так. Гараж. Давайте посмотрим, что у него есть. Есть шоссейная резина еще, значит. То есть тут резина у нас как внедорожная такая. Ах, и ты налево. Ну, похоже вот на дефолтную, да, только текстурочки немножко на самих покрышках изменены, да. Ну, классно, классно сделано. Давайте шоссейку влупим. Ну, шоссейка тоже вот мне знакомая резина. Это... сейчас даже, возможно, скажу, откуда эта резина. Была такая у нас, по-моему, тут Toyota F40, что ли. Не помню, кто автор. Ну, не суть. Главное, что колеса и текстура смотрятся все обалденно. Взяли парни колеса, ну и ничего страшного. Тут все во всей игре, даже разработчики, все где-то что-то взяли, правильно? Поэтому главное, чтобы мод был хороший, красивый. И все. Так, ну давайте. Значит, ставится маркер, мигалка наверх, да, еще она и работает. Мало того, что она работает, она еще и там и крутится, ребята, да. Давайте ночью его маячок этот посмотрим. Все классно, отражение на земле есть, проблеск тут есть, все обалденно. Так, и защита. Ага, тоже она ничего не дает, да. Ну, можно было бы сюда какой-нибудь
я думаю, ремонтик прописать, да? Там где-нибудь там 200 ремонта забабахать, да? Ну и давайте посмотрим функционал всех этих. Так, опа, дверь открывается, ребята. Так, опоры. Опоры, сейчас займемся опорами. Ага. Слабоват мотор на опорах, по-моему. Видите, на асфальте жопу не поднимает у трактора. Оп. Не до конца. Моторчик надо немножко... Их, посильнее бы Серегу бы поставил. Так, отвал у нас существует, да? Все, отвал работает. Вот у отвала мотор, ребята, зачетный. Видите, как поднимает? Прям уж колеса поднял, да? Угу. Все, цилиндры, все ходит, все классно. Так, поднимаем. Так, ковш. Оп, CDT-шечка-то, смотрите, тут тарим-пым-пым. Не цепляет как-то, ну ладно, не суть. Угу. Так, не туда, не туда, не сюда. Сейчас с управлением тут, конечно, ребят, немножко, ух. Так, четверка на зачет отвечает. Что-то должно быть. Ага, вот оно что. Еще выше. Так. Так, вот тут у нас. Оба она. Ни хрена себе высота. Вот точку бы зацепа тут прицепить, он бы как кран работал. Сделать бы тут точечку зацепа, да? Было бы вообще зачет. Так, тройка. Что нам где дает тройка? Ага, это поворачивает оно, наверное, нет? Да. Ищ, поехали. Вот это, сейчас мы как-то карусель-то устроим. Ну-ка, надо пониже сделать стрелу сейчас. Да, сейчас мы разберемся тут, ребят, совсем. Вниз. Ковш. Еще. Упс. Оба. Вот вам, ребята, и карусель. На, посадить сюда разработчиков в ковш. И полетели, е-мое. Охренеть. Вот это, блин, карусели. Угу. Иван, привет. Да ну, может быть, может быть. Я по звуку точно не могу сказать. Качели классные. Ну-ка вернуть сейчас, что будет. Бабам. Они нормально, ребят, встают. Все тут. Так, опоры. Давайте убираем опоры. Ух ты, опоры как скаканули, да? Ну вот опорам не хватает немножко мотора, видите, не поднимает вообще его. Ковш нормально поднимает, а это ни хрена не поднимает. Ну ладно, не суть. Давайте вырубаемся, да, и поехали. Так, вот там есть камень, да, где-то. Давайте, ну-ка, поедем сначала, сгоняем. Давайте по кругу проедемся, посмотрим, как он по управлению. По управлению, как он прет. Так, свет, все есть. Свет, все работает. Все классно. Поехали. Полный привод, все, работает полный привод. Жестяк, вот этот драндулет. Блин, камера, конечно, вот, вот после мудранера непривычно, но вот такая бы камера в мудранере, ребят, не помешала. Да, это мод, ребят, приватный. 400 рублей, ссылка на автора мода будет в описании под видео, прям проходите, пишите автору. Я продажей модов не занимаюсь, ребята дают на обзор, я только занимаюсь обзором и, скажем так, помогаю им прорекламировать товар, мод, да, какой-то. И ребята сами этим всем делом занимаются. Кому интересно их мододелок, пишите, если есть или нужно что кому там прорекламировать, прорекламирую. Деньги за это не беру, в отличие от некоторых, да.
Ну, естественно, не засираю моды. В отличие, опять же, еще от одних товарищей, которые умеют только языком трындеть, оскорблять всех, да, и не от большого ума, как это говорится. Так. Ну, отлично. Давайте, о, сейчас мы проверим, ребята. Ну-ка, давайте ковшом тут сначала пошурумбурумкаем немножко. Ну-ка, проверим куш по функционалу. Опс, стопэ. Нам лопата нужна, отвал. Оба-на. Ну, я думаю, должен он там грести по-любому. Давайте-ка, сейчас мы его... О-о-о, ни хрена себе. Тють-тють, стопэ. Сейчас мы его нахрен тут перевернем, чувствую. Ну, шкребет. Как бы я не профессионал в этом деле. Кажется, мы сейчас тут застряли немножко. Ну, мое. Хрена он закопался. Что-то колдырит его слегонца-то, ребята. Ну ничего, думаю, ребята все это исправят. Все будет классно. Все это, я думаю, раз такой мод... Ну, копает он, видите, таскает эти камни. Сейчас надо бы вылезти, я буду отсюда. Было бы хорошо вообще. Копает он, лопата рабочая у него. Поддергивает немножко, но ничего страшного. Это... Главное, что он в космос дает. Эту камеру не могу никак, ребят, победить. Да и помните, горбали. Во, поехали. Надо было пониже, наверное, лопату. Что-то ее, конечно, подколбашивает. Но я думаю, Сергей это все подправит. Ой, видите, как все классно. Короче, работает. Отвал у нас рабочий. Все там с ЦДТшкой путевка. Так, поехали сейчас камень будем искать там. Попробуем. Так. Прицеп нужен, да, чтобы загружал, заправлял. Ну, возможно, что это, ребята, автор посмотрит обзорчик, потому что когда смотришь обзорчик, сейчас сообщения ваши выскакивают, да, и почитает ваши комментарии. И я думаю, что возможно, может быть, как бы, да, сзади есть же у нас вот фаркоп, да, можно что-то какой-то и прицепчик замутить. Мог бы он что-то сам себе нагружать, да, и перевозить, как бы, да, я думаю, что тоже, в принципе, правильно. И на ковш, конечно, не помешала бы точка зацепки. Я тоже думаю, что пригодилось бы. Где-то кому-нибудь он точно бы помог. Подъехал лебедочкой, раз, подцепил. И вытащил. Так. Вот. Камни, камни. Где же камни? Ну-ка давай назад. Ну, в принципе, проходимость у него такая. Нормальная. Полный привод. Как бы тут без вариантов. Копает, видите, какие колеса хорошие у него. Давайте сейчас тут старим как-нибудь. Попробуем вот эти камушки. Ай-яй-яй-яй. Попробуем эти камни цепануть, ну да? Как-нибудь. Сейчас мы выстрелим его. Как-нибудь поставим. Так, опоры. Давайте опоры. Бац. Ну, опоры слабоваты. Вот однозначно вот. Я думаю, что опоры бы, конечно, не это самое. Так. Ага. Лево-право. Управление вот тут немножко мне нравится. Оп, ух ты какой шустрый. Так. Вау, ни хрена себе. Ох, что. Ну, нужна сноровка, как бы. Я... Ну, текстуры, ребята, и модель вообще шикардосная, конечно. Так, нам бы тут сейчас разобраться, куда его тут наклонять.
Сейчас мы его поймаем. Кажется, за хвост. Выглядит все, конечно, прикольно, ребят, вообще вот. Одно могу сказать. Оба, оба. Ну-ка давай. Не понял юмора. Что за... Ну, дела. Тоже тут что-то, наверное, мотор надо, ребята, немножко помощнее поставить. Что-то как-то слабоватенько он тут цепляет его. Ну не берет, видите, не двигает ни хрена. Что за... Что за блин? Как-то не хочет. Ну давайте. Опоры, где они там? Опоры, отвал, вверх. Эту хрень нам надо вверх поднять. Давайте поедем в другой какой-нибудь камень поищем. Что-то не хочет он тут вот этот камень дергать. Так. Где тут что-нибудь валяется? Ну вот, впереди тут есть камушки, да? В принципе. Ну-ка, стой, 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 братан, стой, сейчас камень сломаешь. Нам надо его поднять. Так, ну погнали. Отвал. Упремся тут немножко. Опа! Ты чё, братан? Спокойно. Так, поехали. Упс. Как-нибудь, я думаю, попробуем цепануть. Да что ты будешь-то, смотри. Никакой он не хочет его брать, да? Камни приросли. То ли моторчик слабоват, я вот не понимаю. В чем косячок тут? Ну да, ведь вот он его катит, да? Но слабоват мотор у зацепа. Походу. Да поднимите его и не пишите на ручку. Куда, в какую сторону? Опа. Так. Как вот так вот, ну, немножко тут, ребята, с мотором проблемка. Ну тоже нужно отрегулировать, надо Сереге с кем-то поговорить, чтобы помощнее вот сюда, на эту, на вот этот механизм, на весь мотор помощнее как-то накрутили. Я думаю, что будет он эти камни поднимать. CDT-шка там есть, все, все рабочее. Так, ну давайте мы поднимаем тогда уже отвал. И вот тут надо мотор немножко с отвалом тут как-то побороться. Я думаю, что
принципе. В принципе, мелочи небольшие, да? Все это можно сделать без проблем. Ну давайте отгоним. И на опоры моторчик посильнее, чтобы он поднимал его. Так же, как и отвал, да? И давайте заглушим, пересядем на второй, который с граплей с этой. Давайте ее сейчас выведем. Блин. Ну да, что-то от МТЗ звучок такой у него. Вот от МТЗ-шки. По аддонам, я думаю, тоже так же стоит, наверное, защита. И мигалка, мигалка. И защита. Ну, защита. Ну и шоссейные колеса также присутствуют. Тут же комплект. Так, ну и все, погнали. Погнали за поленом. Посмотрим, как он с поленями справляется. Так, колеса давайте поставим эти. Ну, текстурки, моделька, ребят, зачет. Небольшие вот, вот проблемки вот с регулировкой мотора вот, по опорам, по отвалу и на самом. На самом этом, как его зовут, скажите, чтобы я вам сказал. На самом ковше. Да, и точку бы зацепа прописать, туда было бы, скажем так. Так, по одному бревну все это, да, у нас. Как бы давайте самое большое возьмем. Попробуем взять самое большое. И если мы его возьмем, попробуем взять тогда. Так, также анимация двери, анимация руля, захват. Ага, вот захват у нас. Угу. Так, это крутится у нас, опоры. Также все равно. Опа, вот тут опоры, слушайте, ребята, вот на этом опоры вообще нормально. Смотрите, оп. Вот на этом с опорами все best of the best. Так, отвал. Сейчас мы его вывесим, ребята. Так, вывесили. И опоры. Ну вот чутка бы, да? Чутка бы. Давайте отвал опустим. Ну, вывесим сейчас. Как же, он же что-то поднимал топочку нам. Вот. А, и все, это край, да? И отвал. Ну вот, вот если бы опоры немножечко, вот как передние колеса вывешивали бы его. Ну я думаю, Серега посмотрит, замутит это дело, подправит все. Так. Так, поехали. Ага, тут еще регулировка вот так идет. Грапли этой, да? Захвата этого. Так. Ага. Оп, вверх, вниз. Это нам надо. Вот так. Вперед нам надо как-то его пихнуть. Ну как чем-то. Что-то. Так. Сейчас мы его возьмем, ребята. Оп-оп. Так, вот. Вот оно, вот оно. Теперь надо вниз. Оп, стоп, стоп, стоп. Так, как я забыл? Захват, где-то есть захват. А, вот он. Все. Есть контакт. Взяли мы бревно. Ну-ка, давайте еще одно длиннее создадим. И сейчас мы вот так это все опустим. Попробуем взять два бревна.
понял. Па-па-па. Чё-то я тут косипорил. Где тут поднимать там ветер? Чё-то он как-то туговато его. Тоже походу слабоваться делает это все. 31. Захватывать. Взяли. Ну, сейчас мы должны его, по идее, поднять. Ах ты, ёп! Слабый, слабый захват, ребята, и поэтому чуть только зацепляется, и все, и трубища. Ну, вот надо тоже тут вот с этим делом посмотреть. Так, сейчас мы тут все-таки как-нибудь мы должны поднять эту хрень. Все, взяли. Все это... О, мышь вывесили его, ребят, смотрите. Ну-ка, полный привод где у нас. Вот так вот он должен висеть. Видите, когда опоры до конца. На опоры на задние надо немножко мотор посильнее. Конечно, естественно, что на ковш и на вот эту... На захват. Точку бы прописать. Зацепа, да? Естественно, здесь сделать мотор посильнее, на ковше посильнее, а так все вообще обалденно, ребята, все классно тут. Куда ты едешь? Не, ну классный аппарат, ребята, сама моделька обалденная. Все классненько, так, еще давайте опускаться, мы будем сейчас опускаться, так, опоры. Бабс, опустили, отвал. Отвал подняли. Ну, своеобразное, конечно, направление. Привычку надо иметь. То есть, как бы я, видите, скажем так. Ну, тащит он, тащит. Два длинных бревна он прет. Ну, естественно, да, можно какой-то и прицепчик, чтобы он и топливо мог таскать, к примеру, какие-нибудь ремонт гараж небольшой, да? Потому что присутствует, да? Тележку-то какую-то можно какую-нибудь забутить. Вот. И грузиться мог бы он сам, в принципе, да? Подъехал. Захватом спокойненько. Раз-раз. Прицепчик закидал и повез. Я думаю, фанаты тоже такие есть. Да, такой техники. К тому же, если она выглядит обалденно. Классно движется, классно выглядит. Мод, в принципе, зачетный, да? Я думаю, многие бы, кто приобрел бы его, хотели, конечно, чтобы какой-то прицепчик, возможно, был. Но я думаю, Сергей посмотрит обзорчик, да, и что-нибудь, может быть, запилит. Все вопросы, ребят, еще раз повторяю, мне можете писать, пишите сразу Сергею, ссылка будет на автора в описании под видео. Также в группе, вот многие пишут, а меня заинтересовал данный товар, там автоматический, да, есть. Это можете не делать, там в описании есть ссылка на автора. Также пишите прямо автору. Мне можете не отсылать такие сообщения, я их вообще практически, скажем так, игнорирую, потому что я выставляю товар с описанием, с видео, и везде все это говорится, и все это прописано. Поэтому будьте любезны, пожалуйста, да? Пишите автору, ссылочки все указаны. Есть. Я этим не занимаюсь, поэтому мне совершенно, как бы, я даже отвечать не буду, понимаете? Либо вы обзоры просто не смотрите, не слушаете на обзорах, что говорится, что ссылки есть везде в описании, ребят. Поэтому вот такой Липхер 900, да? Давайте скринчик шлепнем, что ли, я не знаю. Вид из салона, можно, да? Ну, конечно, руки эти ни туда, ни сюда. Ну, качество. Камера сделана на букву Х, как говорится, да? Вот. А так, мод обалденный, ребят.
И все, я думаю, на этом обзорчик мы будем заканчивать. Еще раз, да, Никиту, с днем рождения вчера. Прости, большой не кашляй, как говорится, да? Всего-всего самого наилучшего. Так. Всем спасибо, кто зашел, написал комментарий, ставьте лайки, ребят, подписывайтесь, делайте репост, проходите в группу. Всем удачки и всем пока, с вами был, как всегда, драйвер 51 рус. Ссылка на автора, ребят, приватного мода, цена которого 400 рублей, ссылочка на автора, на Сергея Мишина, в описании под видео, также будет в группе в разделе товаров и где посты. Все. Все, всем удачи, всем спасибо за просмотры и пока, конечно. До новых встреч, как говорится.